Да, вообще Монако очень всегда поддерживает любую выставку, экспо. Всегда является одной из тех стран, которые первыми приходят на место, начинают свои работы по организации павильона. И в этом не исключение Казахстан, наша выставка. Монако тоже были здесь первыми, так скажем. How it was? It was just a long project. It's a 2 years project where we have a different phase where we talk about first finding the objective, so brainstorming, trying to talk about the concept. And then at the end, after a few months, we submit 3 projects, so to the Prince, and His Highness decide which project will be the Pavilion of Monaco to the Expo Astana. Then we start to go into the details. Details means we go into looking for the visitor flow, for the content, lot, to the graphics, to find all the materials that will help us actually to prepare the tools. Thank you.
It's always a great feeling where soft opening are very important for the real opening, because you can see clearly what is working, what is not working, how you need to adjust, and we did some adjustment just after. And also for the staff, it's the first time that they basically they take over the pavilion like their own home, you know. I know after we are a big family, but the first days everybody's shy and don't want, and you know everything is new, and so that's very exciting. Наш павильон, кому тысячи зашли, прям реально все зеркала, классно. Yeah, it's after 2 years, you open and you say, okay, did I do right or wrong? You know, it's like everything now is becoming reality, and then you open and you see, okay, yes or no? So it's very important, and for me, very, very emotional. Я с французским языком начал дружить с 9 лет, то, конечно, Эйфелева башня не уходила ни из одной, скажем, программы обучения. И мне было доселе известно, что она была аккурат построена к данному мероприятию. Конечно, было много критики изначально у парижан, скажем, консерваторов, что это портит облик города. Но даже та информация, что Густав Эйфель в 1889 построил это в рамках Экспо, уже тогда была вот информация, что существует крупная международная мировая выставка, которая называется Экспо. Наверное, в 2015 году, когда вдруг выяснилось, что наш казахстанский павильон в Милане пользуется огромным успехом. Тогда у нас были очень красивые высокие парни, стоящие на входе, говорят, фотографий с ними было сделано очень много, и плюс сам павильон поражал своей наполненностью и красотой. И говорят, что там вроде бы в столовой нарасхват были наши баурсаки. Вот, тогда мы узнали, что есть такая выставка Экспо, и что у нас Казахстан в ней участвует. И примерно, по-моему, в это же время уже стали активно говорить о том, что Экспо пройдет у нас в Астане. Но первый раз я услышала в 2014-м. Павильон Казахстана был в Милане, и вот с тех пор из новостей узнала. А уже после я работала в АО НК Астана Экспо, вот в самой национальной компании, в отделе внутреннего аудита. И как бы уже с того времени я уже поняла, каким будет Экспо, какие страны будут, какой примерно будет именно вот этот состав, какими будут павильоны. Первый раз я услышала в 2012 году, в 2011, наверное.
вот, mm-hmm. и с того момента, ну так, на слуху, но особо вот оттуда произошел мой интерес. В 2014 году, когда была в Эмиратах, увидела, что у них началась подготовка к Экспо. Я думаю, у нас тоже должна быть, наверное, подготовка к Экспо. Да. Какой-то намек. Вот. Ну, я вот начала гуглить все это, читать, заинтересовалась. И потом уже поняла, что я должна там работать. В 2012 году в городе Йосу, в Южной Корее, должен был проводиться выставка Экспо, получается. И я в тот момент задумалась, типа, я хочу тоже поехать. Но я на тот момент не так хорошо знала корейский язык, и поэтому у меня не получилось, и все. С тех пор, как бы была осведомлена об Экспо, потом как бы знала, что в Милане в 2015 году проводилось. Но никогда так серьезно не задумывалась, что там проходит, что это такое. Ну, раньше я слышала про Экспо, что, например, Эйфелева башня была построена во время Экспо во Франции. Ну и такие, как бы, самые знаменитые факты, а так особо не интересовалась. Первый раз об Экспо я услышал в 2015 году, точнее, когда оно проводилось в Милане. У нас в средствах массовой информации как бы широко освещали это событие, и наш павильон был, казахстанский павильон был одним из топовых павильонов на Экспо в Милане, и его широко освещали в средствах массовой информации. Тогда мне стало интересно, что вообще представляет из себя Экспо. И позднее, чуть-чуть, немного времени спустя, мы узнали то, что наш Казахстан, наша Астана тоже участвует. Ну, я об этой выставке в первый раз услышала, когда объявили о том, что Казахстан будет участвовать и претендовать на проведение этого мероприятия. Но, думаю, это было уже давно, поэтому, в принципе, я слышала, что проводится международная выставка по разной тематике, по всему миру. И в определенный год каждая страна, ну, страна, которая подала заявку, имеет честь принять гостей и право провести эту выставку у себя дома. Но так, чтобы вникать в суть выставки, разбираться, на какие темы бывают, то есть до этого, до проведения именно выставки в Астане, я, честно признаться, не интересовалась. Но общее представление о том, что есть, да, у меня было. Честно, до проведения Экспо 2017 в Астане никогда не ездилась. Даже не знал, что существует Экспо, где выставляют. Но когда вот объявили, то, что у нас будет, после этого начал читать, интересоваться, что да как, что, о чем там говорят, какие там новые идеи, историю. И о чем же будет у нас после этого начал интересоваться. Я тоже не знала, что такое Экспо, просто у меня родственники занимаются в этой сфере, то есть работают в этой сфере, и когда только узнали про Экспо, мне все рассказали. И можно сказать, до начала торжеств, за 2-3 года, я уже была глубоко осведомлена, даже работала, я каждое лето стажировалась в компании Expo & Woman. Вообще я узнала об Экспо, потому что подруга моей сестры, ее лучшая подруга, она поехала в качестве хостес в Сарагосу в 2008 году. Тогда проходил Экспо в Испании, и вот, и я загорелась после этого учить испанский язык и так далее. Вот с этого момента у меня такое началось. И когда я училась в 11 классе, ну тогда я уже знала, что будет в 2017 году проводиться здесь у нас. Потому что ее подруга, получается, работала в Экспо, вот это все. И то есть она уже знала результаты, что мы выиграем, что будет проводиться у нас в Астане. И тогда я думала, что вот я как раз закончу к этому времени университет через 4 года и подам заявку, и тоже буду работать на Экспо. И вот. Я как бы слышала про это, но так сама не интересовалась. Но когда уже вот у нас в Астане мы как бы выиграли и решил, что Экспо будет проводиться в Астане, после этого начала интересоваться. Не знаю, я почему-то никогда не интересовалась Экспо, вот честно. Я просто так слышала, ну, все говорили, вот, Экспо приближается, там серьезные подготовки идут, масштабные такие, но вот прям корешок заложился тогда, когда я увидела эту вакансию. Я услышала по новостям, я не помню, когда это было. Но я просто услышала Экспо, международная выставка в Астане, да, в 2017 году. Изначально я не думала, что я поеду и куплю билеты на Экспо, даже как посетитель. И тут
работаю на Экспо. Ближе, когда уже становилось, я начала понимать, что это будет такой грандиозный проект, потому что была такая реклама, велась, то, что все понимали этот ажиотаж вокруг этого. И хотела ли я участвовать в этом? Конечно, я хотела участвовать. И, конечно, есть и финансовая заинтересованность в этом, то, что я понимала, что здесь будут очень большие такие деньги крутиться. А с другой стороны, это было так интересно. Я такой человек, я люблю общаться с иностранцами, мне нравится вот это все, международность. И именно это меня, наверное, привлекло в Экспо, поэтому я сюда и пришла. Первый раз об Экспо я еще услышала в университете, это было в 2012 году. По-моему, это было осенью. Нас позвали в конференц-зал, где всех поздравили, то, что Казахстан выиграл право проведения Экспо 2017 на территории Казахстана, в Астане. Мы вообще не знали, что это такое. Нам объяснили. Ну, мы как бы порадовались, но ну, Экспо и Экспо подумали. Вот. Ну, мы сразу поняли, что это что-то очень такое крутое, потому что не только Астана подавала заявку, многие страны хотели как бы принять участие, но судьба решила как иначе, и мы победили. Вот. А затем я как бы про Экспо немного забыла, и мои родственники говорили, а почему бы тебе не поработать на Экспо? Вот как раз ты заканчиваешь университет, у тебя, возможно, будет свободное время, и ты сможешь принять участие в этом мероприятии. Но я как бы подумала, ну, может быть, кто его знает. Первый раз я слышала про Экспо на первом курсе. В то время я жила в общежитии, и нас, получается, возили в разные мероприятия. Я помню, это было зимой, нас собрали всех и отвезли в Казмедию. Там мы не то что праздновали, но в то время Казахстан выиграл право на проведение выставки Экспо. Вот я тогда первый раз слышала про Экспо. Мой коллега участвовал в Италии в 2015 году, ездил, получается, от павильона Казахстана. И когда он приехал, он поделился своими впечатлениями, что это было просто вообще безбашенно, что он получил огромные эмоции, классные. У него появилось много друзей, это для него был огромный опыт. Вот. И, в принципе, я загорелась желанием принять участие в этом Экспо в Астане. Ну, вообще, наверное, в первый раз я услышала об Экспо, когда Экспо проходила в Милане. И очень часто я слышала отзывы о том, какой есть казахский павильон. Но когда мы подавали заявку на участие, тогда, мне кажется, у нас в Казахстане начали больше как-то говорить. А до этого, мне кажется, я вообще не слышала, я не знала. И потом я уже начала гуглить, я начала смотреть. И когда этот момент приближался, все, вот он уже скоро, это глобальное событие. Естественно, все о нем говорят, все что-то знают, что-то передают. И мне кажется, но до этого нет, я, наверное, не знала. Первый раз, когда я услышал про Экспо, я вообще не знал, что это такое вообще. Но это была жеребьевка, когда Астана выиграла. В то время вот мой отец, все мои родственники, они бурно начали все это обсуждать, такие радовались. О, в 2017-м в Астане будет Экспо, говорят. Я так посчитал. Это, по-моему, было в 2012 году, если не в конце, конечно. И вот я тогда только поступал в универ, еще не поступил. Я тогда планировал, тогда думал, вот, поступлю в универ, закончу, и как раз будет Экспо. Классно, что-то международное событие. Может быть, я туда попаду, видишь, такой, чтобы увидеть просто, видишь. И вот так оно и осталось. И почему-то для меня Экспо было чем-то таким, именно то, что почему-то было недосягаемым для меня. Я думал, что оно вообще мимо меня проходит, но было классно просто туда посетить. О том, чтобы работать там, даже мысли не было. Я учусь в Китае и работаю, иногда подрабатываю переводчиком, можно сказать. Я работала в одной компании переводчиком, и я ушла уже давно, но мы как бы договорились о том, что я буду, ну, когда они будут нуждаться во мне, я буду приходить им помогать. И часто мы приезжаем на выставки. Насчет Экспо, Экспо в Китае очень много раз бывает, много этих, выставок. Это очень интересно, я много их посещала. Ну, не сказать прям вообще супер много, да, но достаточно. До тех пор, пока я не увидел вот эти вот все рекламные вывески, что вот скоро будет Экспо 2017 в Астане, я как-то Экспо не особо интересовался вообще, даже, можно сказать, особо не знал, что это такое вообще. А потом, когда понял, что был частью этого Экспо, то
уже начал больше интересоваться, все больше и больше узнавать. Ощущение, пожарная тревога, да? Пожарная тревога. Все выбежали на улицу с нашего ангара. Все павильоны. Пожарные проводят обучение. Таким толчком уже точка невозврата, это был вот тот момент, когда публично тогда Ерлан Идрисов был министром иностранных дел, он был во главе делегации казахстанской, когда ему вручили этот флаг, уже было понятно, что все уже согласились, да, действительно выиграли. От этого момента уже заднюю не дать, вот, поэтому именно тот момент стал, может, ключевым, таким основным, когда начал больше интересоваться и понимать, что, несмотря ни на что, уже ни на какие критики и прочее, ни на какие, скажем, может, какие-то там экономические, социальные и прочие препятствия, все же это мероприятие будет иметь место. Ну, наверное, в связи с тем, что я журналист, я начала, наверное, это чаще, чем другие слышать, в любом случае. Но, наверное, более активное обсуждение началось к концу 2015-го, в начале 2016 года. И весь 2016 год хоть как-то появлялись новости об Экспо. Ну, скорее всего, вот от начала работы в Астана Экспо, национальной компании, в 2016 году, в январе. Exactly one year ago, I was in Monaco. And someone told me, okay, there's a little team, they just work for Expos, and they're looking for a communication officer. And they want someone young, who wants to learn a lot, and who wants to travel. And then I was like, oh, where is the next Expo? Because I knew Expo Milan, I went as a visitor, and I heard Astana. And I was like, Astana? What is Astana? In Kazakhstan. I was like, oh, okay, Kazakhstan. And so then I met the team and they said, okay, you have to go for a couple months in Kazakhstan with us. Are you up for it? And I was like, yes, from the beginning, let's go. It took a long time to know if they were gonna take me or someone else. And one day they called and they said, okay, it's you. 2 days later, I was on a plane coming to Astana. Astana Expo вошло в мою жизнь, когда в СМИ новость об Экспо разлетелась по всему Казахстану. Но тогда я не была прям сильно заинтересована, потому что тогда и вакансии не выкладывали нигде. Ближе, наверное, к началу 2017 года. Когда начали уже, весь Казахстан начал говорить про Экспо, что он будет у нас проводиться, что у нас столько денег уйдет на это, типа зачем это нам нужно. Вот, в тот момент я почему-то, не знаю, люди все негативно к этому были настроены, и мне было непонятно, почему это такое вот, такое на международном уровне такое масштабное мероприятие будет происходить. Это же наоборот же круто, и что мы должны быть горды, что мы можем себе это позволить. И мне наоборот это нравилась, эта идея, и я наоборот хотела участвовать и быть частичкой этого мероприятия. Как только Казахстан выиграл конкурс, вот по телевизору объявили, через секунды две мне тетя уже все рассказала. В нашем университете и вообще в университетах города часто начали поднимать тему о предстоящем мероприятии и то, что на этом мероприятии нужны активные молодые люди, волонтеры. Мне стало интересно, и я узнал про масштаб этого мероприятия, то, что идет на мировом масштабе и участвует более 100 стран. Из-за этого очень привлекло это мероприятие, выставка сама. Вот, и с тех пор, да. Когда только началось строительство, вот когда уже в Астане, когда ты живешь в Астане, каждый день видишь район. Я часто приезжал на Забайский университет, ты уже видишь, как строится что-либо новое. И уже тогда я осознал то, что вот реально Казахстан начал что-то строить и начал проводить. Уже во время подготовительной работы, что проводилось, да, внутри города, внутри страны, и о том, что скоро приближается такое событие, уже заставляло задуматься о том, что надо принять ту мысль, что это в твоем городе
будет проходить эта выставка, и гости приедут. То есть с этого момента, наверное, года как два уже на устах слово «Экспо-2017», а непосредственно со мной связь с этой выставкой началась именно с того момента, как я решила, что хочу поработать именно на этой выставке. Я вообще не знала, что такое Экспо. Я узнала вот именно когда у нас вот выиграли мы этот как бы шанс проводить наше Экспо, и для меня было мечтой, чтобы здесь оказаться. Ну, это был период, когда я училась на первом курсе, и уже начали встречи проходить в Астане, то есть встречи участников Экспо. Начали приезжать делегаты и все такое. И я начала интересоваться этим, и стала участвовать в этом, то есть как волонтер. Ну, как бы на самом деле я видела в телевизоре, как происходят постоянно какие-то новости о том, что как это будет на Экспо, какие ведутся работы. Но, если честно, я как бы не представляла себя частью чего-то этого в тот момент, потому что я даже не могла представить, что я буду сейчас здесь и быть частью нашей команды. Вот после этого я задумалась, даже позже, к завершению университета, я думала, что можно бы поработать здесь, но я еще не представляла, где я буду, как это будет. Вообще, возможно, что я буду здесь просто волонтерить. Вот. У нас в университете шел набор волонтеров. Это были куча таких студентов, и я помню, что я была занята на работе, и у меня не было времени пройти этот отбор к волонтерам. И я думала, что, скорее всего, Экспо пройдет мимо меня, и так я и останусь за бортом. И потом я решила, что ладно, в принципе, если я не прошла, если я не пойду на Экспо, я пойду туда как посетитель. Мама сказала, что я чувствую, что ты пойдешь работать на Экспо. Ну, я так просто улыбнулась, такая, ну, мам, вы что, это же международная выставка, Астана, Экспо, а я простая учительница. Ну, и ты попала. Да, в итоге я здесь. Ну, с этой фразой «Экспо-2017» я столкнулась, когда мне мой знакомый скинул ссылку на заявку на участие в павильоне Монако. И тогда я к этому серьезно, так не отнеслась. Просто у меня, я заканчивала университет, у меня не было постоянной работы. Я знала, что этим летом мне нужна работа, пусть и не постоянная, но интересная. И мне кажется, Экспо для меня был такой возможностью. С тех пор чаще. Да, я чаще слышала об этом. Да, я стал больше замечать, скорее всего. Это бывает так, что бывает то, что родители, кто-то купит такую машину, и ты начинаешь ее везде замечать. Вот именно то же самое. Я сюда пришел, понял, что это будет серьезное событие, что оно реально здесь будет. Увидел вот эту стройку, мимо проезжал, и все, понял. Все, Экспо, везде эти наклейки пошли, да. Я все чаще сталкивался с надписями, с этими рекламными вывесками, что там вот скоро будет проходить Экспо, что все это вот будет скоро. Примерно тогда я даже не знала, да, что такое Экспо, но потом в моей жизни начались эти выставки, и я потом поняла, что такое Экспо, сама в них поучаствовав, если честно. Это очень вообще интересно. И, да, потом я начала конкретно понимать, что ты будешь делать на этих выставках, как это все будет. Вообще у меня до этого была офисная работа. Я уже работала в этой компании 2 года, и мне просто хотелось перемен. Мне очень хотелось перемен, я хотела поменять свою работу. И просто я сидела в обычный рабочий день в Фейсбуке, листала ленту, и вдруг я наткнулась туда и как раз увидела. А у меня как раз мой шеф, он француз. И как-то вот так вот прям совпало, и моя потом, шефиня тоже меня поддержала, говорит, давай, подавай туда этот твой шанс, зачем тебе эта офисная работа, тебе нужно пробовать что-то новое, пока ты молодая, тебе надо расти, знакомиться с новыми людьми, заводить связи и т.д. С прошлого года, потому что я работала в музее, и мы писали письма в другие музеи мира, чтобы организовать выставки и приурочить их к Экспо. То есть международные выставки. Поэтому я стала задумываться, чтобы принять участие здесь. То есть это мое желание было еще с прошлого года, принять участие. Но, конечно, я еще и думала о том, что смогу ли я, пройду ли я. Были сомнения насчет этого.